Не стала одной из легенд театральной сцены. Ушла из жизни ведущая актриса Большого драматического театра имени Товстоногова Зинаида Шарко. Свою жизнь и карьеру она посвятила БДТ. Ее работа пришлась на золотой век театра. Яркая игра Зинаиды Максимовны всегда была настоящим событием. Ну а выступать она начала еще в годы Великой Отечественной. Вместе с детским ансамблем «Песни и пляски» давала концерты в госпиталях для раненых. После института работала в Ленинградском областном театре, театре имени Ленсовета. Наконец пришла Георгию Товстоногову. Среди лучших ее работ – роли в знаменитых спектаклях «Мастера», «Пять вечеров» и «Три сестры». А вот в кино снималась немного. Зрители помнят ее по фильмам «Долгие проводы», «Фантазии Фарятьева», «Собака на сене». Зинаиде Шарко было 87 лет.